приехали в Бангкок. Сейчас поднялись на смотровую площадку, которая находится на 84 этаже второго по величине здания в мире. В данный момент высота у нас 309 метров. Это обалдеть. Вид на весь Бангкок отсюда, конечно, открывается. Платформа такая вращающаяся, по кругу идет. Перед этим ели в ресторане на 79 этаже. Тоже прикольно. Стеклянные все это. Панорама такая обзорная. Сидишь, ешь, смотришь. Шведский стол. Все полностью с морепродуктами. Все объелись. Погода сегодня в Бангкоке. Жара. Главное, нам повезло, что немного пасмурно денек. Солнышко то светит, то печет, то за тучи прячется. Хоть кое-как спаслись от этого. Да, вид, конечно. На Бангкок. Надписи такие в Бангкоке, а это без русских никак. Балакова или Балаква 2016. Вот сяду вот так, на царапать стоит, люди смотрят. Алмат, а? Днепропетровск. Украина, казахи, русские. Высота, конечно. Как раз на вроде вот этих бассейнов ели. А, да. Сейчас. В этом ресторане. Запрещено. Плевать вниз. Разбегает. Кидать бумажки и всякую ерунду. Их разве удержит? Везде портреты короля на каждом шагу, где только возможно, невозможно. Он даже на весь дом. Видно? Сейчас попробую приблизить. Муравий 10. Два метро у них, одно наземное, другое подземное, воздушное. Движение везде, эстакады такие друг над другом. Бангкок гудит. Вот как раз воздушное метро идет линия. Называется так воздушное. Thank you.
тут какой-то лифт есть супер крутой, прозрачный. Понравилось? Нормально, прикольный вид. Все, пока.